Ребята, всем привет! Вновь выбрался на рыбалочку половить карасика. 2 дня дул западный ветер сильный, так что рыбалки не было. Приезжал с удочкой, покидал, там поймал одного карасика и все. Клёва вообще не было, волна была сильная, течение аж изменилось, в эту сторону было. Так что как-то вот так. Ну ладно, не будем тянуть, как говорится, кота. Начинаем рыбачить. Все, поехали. Рыбачить, ребята, буду на земляного червячка. Накопал тут в огороде. На 2 верхних крючка с большим грузилом. Большое грузило для того, чтобы течением не сносило. Снасть фиксировалась на одном месте. Ну, это я уже говорил неоднократно, ну, мало ли кто-то не слышал. Все, сейчас будем пробовать. Сейчас просто закидываю в те места, где до этого ловил. Вот он. Вот это. Ну, это мелковат. Мы его отпустим. Причем я его забагрил. Мимо проплывал, видно. Такой, ребят, первый. Мимо проплывал, просто под крючок попался. Ох ты, сошел. Вот он, карасик. Ну вот, ребят, этот уже пойдет. Ну вот, ребят, первый есть. Тут глубина у нас сантиметров на 30 поменьше. С этой стороны я еще в этом году не ловил. О, и с этой стороны, ну это мелкий, мы же, такого мы отпустим. Тихо ты, я ж тебя отпустить хочу. Выпрыгивает с руки, надо бы червей уже поменять. Так, новые червячки в бой пошли. Свеженькие, в землице.
Карась-то явно есть, но клевать не хочет. Ты посмотри. Ладно, посидим. То-то. Вот он, красавец. Это тоже пойдет такой нормальный карасик по размерам. Такой, ребят. Странно, вот с этой стороны ни одного карася не поймал. Обычно хорошо. Это отсюда ловится. О-хо-хо-хо. Вот он. Да тихо ты. Сейчас домой пойдешь. Ты мелкий все равно. Сейчас пойдешь домой. Что-то совсем червяка растрепал. Вроде на нижний крючок. Так, что-то поклевок вообще нету. Сядем, посидим. Бывают еще такие моменты, прямо так на течение берет. О-о-о. Ну давай. Давай, давай, давай. Ну поведи.
Да тихо ты. Такой, ребят. Ну это маленький. Пускай идет. Эх, маленький, где крупный-то? Так. Где мой крупный карась? Может, вот здесь? Вот это новость. Ох, ребята, он даже не клевал. Прикиньте, и сошел. Карась-то есть, просто жрать не хочет, походу. Хоп. Ну-ка, пойдем обратно. Да ёптель. Что такое? Хотел время посмотреть. О, хороший какой. Оп. Это удовольствие, ребята, такого карася тащить, мать моя родная. Грамм, наверное, 700. Гляньте, какой. Одуреть. Иди в копилочку. Одуреть, одуреть. Вот это карасямба. Вот это карасямба. Офигеть. Офигеть, ребята.
Вот это карась. Одуреть. Вот это он дал жару. О, я уж хотел домой собираться, а тут такой карась. Ладно, еще постоим. Сейчас мы также туда подальше покидаем. Ну все, ребята, сейчас схожу еще на ту сторону и буду собираться. Сейчас попробую еще на вот этой стороне. Караси плавают, но клевать не хотят. Надо, чтобы вода еще прогрелась, тогда активность будет выше. Там вдали он лебедь плавает, одиночка, обычно парами, а тут почему-то один. Второй, может, где в камышах сидит. Ладно, будем собираться домой сейчас. Посмотрим, сколько карасиков я себе оставил. Вода холодная, карась еще не сильно активный. Так что сейчас мы посмотрим на улов. Следующая рыбалочка будет в мае. Вода там должна уже прогреться и рыба быть более активной. Все, смотрим улов. Вот таких вот 4 карасика. 2 такие под 800, наверное, грамм. 2 за 400. Вот такие красавцы. Все, вам спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока.